Александр Буйнов с женой постоянно скандалил. Александр Буйнов пожаловался на собственную супругу. Говорит, жена постоянно устраивает ему сцены. Скандалы в доме Буйновых происходят часто, и в каждом виноват муж. Он все делает не так, говорит, поет, одевается. Недавно, например, певцу в Италии понравились штаны с лампасами, а-ля казаки. Пришлось покупать их тайно, чтобы жена не видела, иначе не одобрила бы, говорит Буйнов. Она считает, что лучше знает, как мне одеваться. Заказывает все по интернету и ставит меня перед фактом. Парадоксально, но хрупкая Алена Буйнова норовит руководить даже ремонтом в доме. Я ей говорю, что лучше знаю, где проходят трубы, как починить насос или расширительный бачок. Но Алена все равно вмешивается, жалуется Александр. На этой почве мы часто скандалим. Алена кричит на меня, но куда ты лезешь? Главное же, о чем Алена Буйнова просит знаменитого супруга, это не болтать о ней в интервью репортерам, а то снова что-то брякнет лишнее. Но, судя по всему, Александр неисправим, и новой домашней сцены ему не избежать.